Всем-всем огромный привет, и сегодняшнее видео будет о массаже головы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Массаж головы вошел уже в мою привычку, я делаю его каждый вечер, когда есть время, каждое утро. Это очень полезное занятие, и сегодня я хочу поделиться этим с вами. Так, самый легкий способ массажа – это, естественно, массаж головы с расческой. Я использую вот такую расческу. Это специальная массажная расческа со щетинками для массажа головы. Обязательно расческа, даже если она не массажная, то должна быть с закругленными кончиками, чтобы не царапать и не травмировать кожу головы. Я, конечно, советую купить вам массажную расческу, любую, это не важно, но она должна стоить не менее 200 рублей. Вот так выглядит моя расческа. Массаж очень полезен для улучшения кровообращения головы. Следовательно, в улучшении кровообращения головы волосы растут быстрее, и этот массаж будет очень полезен тем, кто хочет быстрее отрастить свои волосы. Начнем. Наклоняем голову вниз. Начинаем прочесывать полностью голову сверху вниз. Сверху вниз. Прочесываем кожу головы, чтобы мы чувствовали все щетинки расчески, но при этом не переусердствуйте. Волосы хорошо прочесываем тоже. Так можно делать в течение 2 минут, но я вам показала это быстро. Теперь поворачиваем голову влево и расчесываем в этом направлении. Затем поворачиваем через низ голову вправо и прочесываем в этом направлении. В целом эта процедура должна занимать примерно 5-6 минут. Потом запрокидываем голову назад. Начинаем прочесывать также сверху вниз в обратном направлении. Наверное, так вам будет виднее. Затем распределяете волосы так, как вы привыкли. Ну вот все, это весь массаж головы. Это самый легкий способ, только приобретите расческу и можете делать это утром, днем, вечером. Постоянно, это всегда полезно, но не переусердствуйте, потому что все-таки нужно делать более осторожно, это все-таки кожа головы, не нужно сильно как-то нажимать, чтобы ее травмировать. Итак, а теперь второй способ. Второй способ будет полезен тем, у кого еще нет расчески. Вы будете помогать себе только вашими пальцами. Начинаем снизу и как бы такими массажными движениями начинаем двигать кожу головы. Не гладить, а именно двигать, чтобы вы чувствовали, как движется ваша кожа. Потихоньку продвигаемся кверху. Так, все выше, выше и выше. Если у вас плохо двигается кожа головы, то это достаточно плохо, и не нужно сразу стараться ее сильно сдвинуть. Потихоньку разрабатывайте. Делаем от периферии к центру. По всей голове. Эту процедуру также рекомендуется делать, конечно, дольше. Я показала вам в пару секундах, надеюсь, вы все поняли. Этот массаж тоже очень полезен. Если его делать правильно, это будет даже еще полезнее, чем специальной массажной расческой. Надеюсь, вам понравилось это небольшое видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, пишите комментарий. Пока-пока.